Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу снять очень короткое видео. Дело в том, что очень многим людям, которые смотрят меня в последнее время, пришла в голову блестящая идея купить акции Сургутнефтегазпрефы в шорт, то есть открыть позицию шорт накануне дивидендного гэпа. То есть совершенно очевидно, что они грохнутся вниз, и купить эти акции в шорт. Я хочу вас предостеречь от этого настоятельно. Не делайте, пожалуйста, этого, потому что смотрите, что произойдет. Ну, вы заплатите дивиденды. Смотрите, когда вы открываете позицию шорт, вы берете у кого-то акции в долг, правильно? И вы берете акции в долг какие? На них будут начислены дивиденды. Когда вы отдаете этот долг, вы отдаете акции уже без дивидендов. Кто заплатит дивиденды? То есть дивиденды человек получит однозначно. Кто их заплатит? Их заплатите вы. И вот накануне недавно была отсечка по Сбербанку. Мне как раз пришло письмо такое, что смотрите, друзья, если вот сейчас будет там по Сбербанку гэп дивидендный, не дай бог вам, значит, иметь эти акции в шорте, потому что вы можете налететь там на margin call и так далее, и так далее, и на дивиденды уж точно. Поэтому не делайте этого именно по этой причине. Дивиденды заплатите вы ничего не заработаете, ваша блестящая идея не сработает. Я, так сказать, просто я уже нескольким человекам отвечал в комментариях, сейчас просто снимаю видео. Я надеюсь, что это вот тем, кто посмотрит, хотя одумаетесь, тем, кто не посмотрит, но я сделал все, что мог. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.